находится в зоне риска, онколог переживает за здоровье беременной Фриске. Младшая сестра покойной Жанны Фриске, Наталья, несколько месяцев успешно скрывала ото всех свою беременность. Однако пару дней назад знаменитость с внушительных размеров животом заметили в клинике по планированию семьи. Отпираться более не имело никакого смысла. Счастливый отец девушки, готовящийся стать дедом во второй раз, даже по телефону едва удержался от того, чтобы во всеуслышание не сообщить прекрасную новость и попросил позвонить где-нибудь в конце марта, но слухи развеяла сама Наталья. Девушка опубликовала в социальных сетях необычное фото, на котором она запечатлена в прекрасном положении, и сообщила, что готовится стать мамой. Поклонники принялись поздравлять Наталью и желать ей легких родов и здорового малыша, но нашлись и те, кто разволновался о здоровье самой Фриске. Напомним, что ее сестра, Жанна, узнала о страшном диагнозе вскоре после родов. И медики уже не смогли ее спасти. По мнению онкогинеколога Ильи Карева, знаменитой роженице действительно есть чего опасаться, но беду можно предотвратить. Не только женщина, готовящаяся к беременности, а вообще любой человек должен понимать, если среди близких родственников кто-то перенес онкологическое заболевание, либо погиб злокачественного процесса, эти люди попадают в зону повышенного риска. Таких пациентов необходимо обследовать более детально, понимая такой анамнез среди родственников, пояснил доктор. Наверняка Фриске, помня о печальной судьбе своей старшей сестры, следовала всем рекомендациям лучших врачей и теперь может лишь наслаждаться последними неделями в ожидании малыша. Тем временем, ее отец сообщил журналистам полребенка, Наталья станет мамой дочери. «Спасибо, ждем девочку». Предварительная дата родов назначена примерно на конец марта. Отец ребенка – певец Саша Попов. Конечно, нет, это мой сосед. Они с Наташей записывались, но никакого отношения к ребенку он не имеет, заявил Владимир.